Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня будет видео по хвостушкам, можно сказать. Мне пришла посылочка от моей подружки по ютубу Иришки из Пензы. Кстати говоря, канал у нее так и называется — Иришка из Пензы. Многие, наверное, ее знают. Я очень люблю смотреть Ирины видео. У нее всегда такие интересные покупки. Просто всегда что-то такое редкое, всегда какие-то новинки, которых, ну, честно говоря, наверное, половины я даже и так и не встретила в своих магазинах. Ну, в общем, всегда смотрю или на видео и облизываюсь. И когда она, показывая свои покупки, говорит, что это я купила на посылочку, я всегда думаю, хоть бы мне, хоть бы мне. Ну, и тут кое-что из «хоть бы мне» ко мне приехало. Как всегда, конечно, почти вся посылка состояла из моих хотелок. Первые такие хотелочки — это шампунь и бальзам от Herbal Essence. Марокканское органовое масло. Классно, здесь 250 мл. В фикс прайсе была самая дешевая цена на него одно время. Ну, я ходила, ходила, в общем, кругами. Так я и не купила, думаю, вроде как в запасах есть. В общем, жаба меня задавила. В конце концов, я даже по 150 рублей не стала покупать. Ну, просто у меня как бы шампуни с бальзамами летят со скоростью света, и я стараюсь в больших объемах покупать по более выгодным ценам. Ну, спасибо огромное. Хоть попробую теперь, наконец. Рисковатый такой аромат. Мне кажется, он будет даже оставаться на волосах. Ну, вот органы такой. Белого цвета. Классно. С удовольствием попользуюсь. Ну, немножко погодя. Вообще, конечно, интересная линейка. Вот и шоколад там с клубникой, по-моему, что-то такое будет. Тоже классненькое. Есть, вернее, у них. Вот. Ну, если понравится, может быть, еще что-нибудь куплю. Потом попробовать по акции. И одна из моих давних хотелок — это вот такой вот гель для душа от Faberlic. Уже тоже думала, ну, неохота мне просто заказ делать там через консультанта. Думаю, это опять, когда мы там увидимся, когда чего и как. И думаю, уже хоть бы кто-нибудь мне из девчонок, думаю, прислал, что ли, чтобы я уже успокоилась наконец-то. То каждый раз смотрю. Ну, я даже если не заказываю там Faberlic, еще там что-то, я все равно смотрю каталоги, мне интересно все равно, какие новинки вообще появляются. Или у меня уже просто привычка вот все эти каталоги пролистывать, просматривать. Ну, просто даже так, ради интереса. Классно, я очень рада вообще, что у меня теперь есть этот гель. Здесь 215 миллилитров, так интересно. Ну, я бы не сказала, что прям пахнет конкретно ананасом. Но есть такая нотка. Ну, какой-то он такой вот кисленький. Ну, спасибо большое. Хочу попробовать. Наверное, сейчас уже в июне сразу и поставлю в уход, потому что Faberlic грешит тем, что стоя в запасах, так сказать, особенно если в него туда периодически открывают и засовывают нос в эти гели, они потом трансформируются, ароматы в них. Поэтому я не буду откладывать долгий ящик. Супер классная вещь — это термальная вода Либридерм. Я, кстати говоря, ни разу до этого не пользовалась термальной водой. Ну, не знаю, как-то считала, что мне без надобности. Но сейчас вот прям как крайне необходимая вещь. Я вот прям первую ее достала из посылки и сразу же напшиклась, потому что жарища невыносимая. Уже с утра, наверное, 8 утра уже 26 градусов было. Ну, это вроде как ненадолго, но все равно. Пух летит. Вообще ничего не видно. Я сейчас закрыла все окна, двери, потому что, мне кажется, он даже сквозь сетки просачивается и летает по дому. Все, кота домой загнала с балкона, даже ему такое не нравится. И вот в магазин сходила, еле как, что-то пошла без маски, и все, у меня полный рот и полный нос этого пуха. Короче, вот эта вот вещь вообще классная. Наверное, буду сейчас с собой ее вообще даже на работу носить. И девчонки говорят, что даже поверх макияжа можно спокойно пользоваться. Это вообще классно, так освежает.
125 миллилитров. Спасибо тебе, Ира, огромное. Это прям в тему. Как никогда. Потом еще был вот такой вот гамаш от Ив Фраше Себа Вежиталь. Да, это очищающий гамаш. Активный растительный ингредиент. Тут что-то там. 2 раза в неделю, в общем, использовать. Ну, это пока в запасике пойдет, потому что я только что открыла недавно новый. Ну, аромата я что-то никакого не чувствую. Поэтому немножко полежит. Так, и еще из тюбиков тоже была такая моя хотелочка, про которую я думала, когда Ира показывала в покупках, кстати, уже давным-давно. Я думаю, вот бы и мне такой крем. Это у нас Fanny Organics, вот эта вот серия их, ну, как Etude Organics, только вот с мышками. Есть всякие разные средства, типа про любовь там что-то, ну, типа Love Is, там, такие тканевые маски видели, похожие на вкладыши из жвачек вот этих вот Love Is, только с мышатками. Это у нас восстанавливающий крем для рук и ногтей, банановый чизкейк. Он зафольгирован, я пока открывать не буду, но тут даже сквозь фольгу чувствуется банановый аромат. Так что пока в запасике. Сейчас мне что-то маленько банан поднадоел, так что я, ну, кое-какими средствами пользовалась. Надо сделать перерыв, иначе не очень, в общем, когда много бананов. Так, следующее. Вот такие вот носочки для ног. Отель Skin, авокадо. Восстанавливают, увлажняют грубую сухую кожу ног. Маска в форме носка, просто удобно применение. Ира вроде бы недавно показывала в пустышках такую маску и сказала, что ей понравилось. Если я ничего не путаю, тоже с удовольствием попробую. Классно. У меня ноги проблемные, поэтому постоянно их надо за ними ухаживать. Завтра, наверное, сделаю вечерком. Также еще вот такую вот масочку я нашла для лица от Naturalist. Лифтинг и омоложение с эфирными маслами ванили и цитронеллы какой-то. Интересная. Ну, кремовая маска, я так поняла, 25 миллилитров. Интересно, почитайте. Так, на основе глины. Это хорошо, я люблю глиняные маски. В общем, все в использование практически отправляется. Так же, как и вот этот вот гель. Тоже Fanny Organics, но тут уже какая-то котейка с девочкой. Интересная штучка. Так, это у нас пенка для умывания для проблемной кожи. Ну, у меня кожа жирная, и, соответственно, проблемы на ней тоже частенько возникают. Ароматная пенка с комплексом целебных трав. Ух ты! О, даже для удаления макияжа. Вот где же она была 2 дня назад? Мы ездили на отдых. Я все думала, ну что бы такое взять? Взяла, вот там перелила гель от Avon, обычный для умывания. Но я вот им смыла макияж. У меня так глаза щипало, это ужас. Думаю, вот эта бы штучка вообще хорошо бы пригодилась. Здесь 20 миллилитров. Ну-ка, открою. Она белая вот такая вот. Крем какой-то белый, смотрите. Фокус. Густой белый. Ну да, пахнет какими-то травами. Интересно. Будет попробовать. Тоже сразу поставлю в использование. Нечего ей лежать. И еще одна супер нужная вещь. Тоже недавно увидела в покупках у Иры и подумала, хоть бы мне. Когда она сказала, что на подарок тоже купила. Ой. Это у нас салфетки влажные для волос. Для волос. Для устранения жирного блеска. Оба-на! Я-то подумала, что это для лица, типа матирующие. Ух ты, вообще интересно. Типа сухого шампуня, что ли? Вот это я удивилась. Салфетки помогают, это Апью, очищать и кондиционировать волосы без использования шампуня. Надо же. А я даже и у нее видео не поняла. Я думала, что это для, ну, для устранения жирного блеска с лица.
Еще думала, ой, какая прелесть. Ну, типа матирующих салфеток, я думала, что-то так. Но это вообще тогда супер интересно. Тоже возьму на работу с собой, попробую, потому что у меня очень жирные волосы, и бывает к обеду уже капец. На голове уже страх божий, поэтому приходится пользоваться сухим шампунем. Ну, попробую теперь еще вот эти салфетки. Ну, вообще круто. Удивительно. Удивительная вещь. Вот, вот такой вот был у меня подарочек. Я очень рада. День рождения у меня еще будет только через неделю, 2 июня. Мне исполнится 35 лет. Ну, в общем, у меня была мысль, думаю, может быть, ну, думаю, получить подарок и положить его там в кладовку. Думаю, и пусть он лежит, и открыть его в день рождения, знаете, вот как на Новый год. Потом думаю, ну, я ж так не смогу, думаю, все равно я его открою. Потом думаю, может быть, его, ну, не получать его на почте, думаю, сходить там или 1-го, или 2-го числа сходить, думаю, получить, и тогда уже сразу открыть. Потом думаю, тоже, ну, что она там будет болтаться, это посылка на почте. Ну, в общем, думаю, ладно, если бы за 3 дня было до дня рождения, может, еще потерпела. Думаю, неделю-то я точно не вытерплю кругами ходить вокруг коробочки, поэтому до дня рождения уже половину, наверное, использую. Ир, спасибо тебе огромное за подарок. Классный вообще. Переходите на канал. Я оставлю ссылку внизу на Ирин канал. И надеюсь, что он вам тоже понравится. Всем большое спасибо за внимание. Спасибо, кто порадовался вместе со мной. И до новых встреч. Пока-пока.